Вы смотрите топ-10 фомбет чемпионата России Суперлига. Все моменты с приставкой Супер. 21 выпуск. Поехали! Когда игрок выносит мяч из-за лицевой, не стоит поворачиваться к нему спиной. Писарчук пренебрег этим правилом, и Евгений Маринин с легкостью набрал 2 очка. На 9 месте Кубка Родники показывают слаженную игру в нападении. Антон Бревнов и Александр Винник разыгрывают пик-н-ролл, после чего радуются и болельщикам великолепным алиупом. На 8 месте жесточайшая втычка Даниила Кочергина. В следующий раз Ищенко дважды подумает, прежде чем вставать у него на пути. 7 место. Джеймс Харден? Нет. Александр Мартынов из университета игры. Потрясающий анкл-брейкер. Чисто в стиле бороды. Уложил соперника на паркет и зарядил издали со степбэком. На 6 месте слаженное взаимодействие двух Егоров из Тамбова. Егор Бестужев делает навес, а Егор Сытников вылавливает мяч в воздухе и вколачивает сверху 2 руками. 5 место. Вадим Орехов с таким энтузиазмом врывается в краску, будто его невозможно остановить. Однако на горизонте появляется Александр Литвяков и выписывает ему смачный блокшот. 4 место. Связка Ивана Истигнеева и Данила Кочергина дарит нам еще один красивый момент для топа. Изумительный алюп в исполнении игроков Чотбаскета. 3 место. Вот кого действительно невозможно остановить, так это Ивана Зайцева из ЦСКА-2. Обыграл всех защитников на своем пути и как следует вколотил сверху. На 2 месте отличная командная работа от челябинцев. Истигнеев на Михалева, Михалев на Кочергина и Кочергин пастерайзит Грашкина. Вот это синхронизация. Ну а на 1 месте у нас сегодня сумасшедшая концовка матча игры Тамбова. Владислав Бобровских на последних секундах несется к кольцу и забивает победный мяч под сирену. 84-83. Болельщики Тамбова стоя аплодируют Владиславу Бобровскому. На этом все. Следи за фомбет чемпионатом России Суперлиги на RussiaBasket.ru и люби эту игру.